10 тысяч часов. Говорят, чтобы достичь успеха в каком-то деле, нужно посвятить ему 10 тысяч часов. Десять тысяч часов тренировок. Есть только ты и твоя цель. Нет боли, нет усталости, нет сомнений. Есть только ты и твоя цель. Хочешь добиться успеха в спорте? Тренируйся 10 тысяч часов. Хочешь стать крутым музыкантом? Репетируй 10 тысяч часов. Хочешь стать известным на весь мир оператором? 10 тысяч часов. Если заниматься примерно по 3 часа каждый день, 10 тысяч часов наберется где-то за 10 лет. 10 лет тренировок, и ты станешь профессионалом. Но сейчас для нас 10 лет — это слишком большой срок. Мы поколение тотчас, мы не умеем ждать. Нам нужно здесь и сейчас. Мы живем в эпоху быстро растворимых звезд. Наша новостная лента беспрерывно обновляется. Мы нажимаем несколько раз кнопку «Лифт», потому что он слишком долго к нам едет. Если видео долго загружает, то мы просто листаем ленту дальше. Поэтому, чтобы выдержать эти 10 тысяч часов, ты должен четко понимать, ради чего ты это делаешь. Ради благополучия твоей семьи? Или чтобы твой старик был доволен? Тебе нужна чья-то похвала или лайки в соцсетях? Очень жаль эти 10 тысяч часов, если твоя цель — это глупые амбиции, чужие мечты, твоя алчность или чьи-то стереотипы. Ради чего эта боль, пот и слезы? Ради чего эта кровь на груше? Давай так, либо ты честно сам себе отвечаешь на этот вопрос, либо купи себе красную грушу. Десять тысяч часов, чтобы потом говорить: у меня есть любовь, семья, успех, работа, слава, деньги, но сейчас есть только ты и твоя цель. «Не подскажете, как попасть в Карнеги-холл?» — спросил турист у пожилого еврея. «Побольше тренироваться», — ответил дед.